Марк, очевидно, что спонсор хорошего настроения – это исключительно американцы. Кто-то может сказать, подождите, так там еще осталась часть, которую нужно проголосовать, подписать президентом Джо Байденом. Но мне кажется, что все-таки самую сложную, самую проблемную, тянущуюся часть мы все-таки прошли. И для меня всегда это главный маркер реакция в России, как они это воспринимают, и она как раз была бурная. Можете ли вы сказать, что вы точно так же готовы выдохнуть и сказать, ну вот, по крайней мере, да, на какой-то короткий срок американцы закрыли потребности Украины? На короткий срок, пожалуй, что да. На короткий срок, пожалуй, что да. Но мы раз от раза, обсуждая в течение долгих 5,5 месяцев этот вопрос, мы, собственно, из этого и исходили, о том, что 61-миллиардная помощь, да, там действительно значительная часть, все равно это деньги, которые идут в американские ВПК, деньги американского плательщика остаются в Америке, и поставки вооружения предусматривают именно американских вооружений. Таким образом, это дает дополнительный стимул американской экономике, разумеется. Вот. Но политические проблемы, они же очень остро стояли в течение всех этих почти 6 месяцев. То есть раз за разом весы качались то туда, то сюда. И вдруг вот быстро, как-то почти одномоментно, да, там заведомыми анонсами, но все-таки этот вопрос разрешился. Мой прогноз, что все-таки состоялась какая-то большая договоренность. Конечно, она состоялась на фоне атаки Ирана на Израиль, на, в общем, фоне идущей кампании. Видимо, действительно, Трамп согласился и пошел на то, чтобы дать возможность разблокировать этот вопрос. Да? Это большие договоренности, собственно, между американской администрацией и республиканским большинством Конгресса. Это все так. Но есть и то обстоятельство важное, что в самый последний момент, что называется, последний, что называется, момент, этот вопрос был разрешен, поскольку ситуация на фронте, а именно так ее комментировали представители Пентагона, Белого дома и так далее, столь существенно, столь серьезно, это не обязательно то, что вот Россия там занимает уже значительные территории оккупированные или там собирается начать большое наступление, а в целом, что промедление дальше создаст опасную иллюзию у сторонников, да и у противников о том, что США полностью деактивированы на украинском направлении. Этого не может себе позволить ни нынешняя действующая администрация, хотя мы знаем, разные толки там существуют. Там позиция Салливана слишком сильно отличается от Остина и Блинкена, может быть, даже от самого Байдена. И не говоря уже о том, что, значит, сам Трамп и его сторонники демонстрируют, ну, некоторые, Марджи Гринова, посмотрите, что говорит, да, так сказать, американский конгрессмен, не могут себе позволить перехода каких-то понятных доктринальных умозрительных границ, за которыми США превращались, ну, я не знаю, в страну, которая там находится на одном уровне с какой-нибудь любой значимой региональной державой. Вот этого позволить не может себе никто. Потому что последствия будут глобальными. Даже внутри самих США. Как-то не странно. Поэтому да, сейчас для всех с облегчением можно сказать, слушайте, мы не затягивали этот вопрос, мы ждали того самого момента, когда эта помощь будет своевременной, когда она действительно остро необходима. Да, мы преодолели кризис внутренний политический, противоречия между, на фоне выборов США, между демократами и республиканцами, между обществом и государством, между властью и глубинным государством, ну и так далее, и так далее. То есть это дает всем дополнительные очки. Никто как бы не проиграл, действующая администрация вроде как настаивала, добилась вопроса. Республиканцы разблокировали, добились компромиссов по другим вопросам, там, начиная от границы и другим. И одновременно с тем, даже, знаете, на большом политическом уровне игры будет сказано о том, что, слушайте, ну раз мы дали столько помощи, то, конечно же, Европе, в частности Франции, не придется непосредственно вовлекаться в ход боевых действий, направляя свои войска. И я этого не исключаю. И Европа подходит, ну скажет, ну да, помощь пошла, мы сейчас вот более концентрированно подойдем к вопросу обсуждения, можно ли вовлекаться непосредственно, направляя войска на территорию Украины или не надо. То есть для всех это дает такое облегчение, при котором, ну, как бы последняя гирька на этих весах стали события вокруг Израиля после атаки Ирана. Дело в том, что в предыдущий год давали 44 миллиарда, сейчас это 61 миллиард. Понятно, что структура финансирования, она приблизительно одинаковая.
Это не передача непосредственно денег, это не финансирование оборонзаказов, там, не знаю, производства вооружений в Европе. Это американские вооружения, там, то ли со складов в Пентагоне, то ли какие-то отдельно уже вновь произведенные боеприпасы, средства. Но, тем не менее, я хочу подчеркнуть, что, скорее всего, по итогу, по финалу, по промежуточному, конечно, в российской столице, в Москве, в Генштабе, в Кремле, возможно, сейчас возникнет новый этап дискуссии, когда начинать, и если начинать, в принципе, масштабное наступление на Украину, в Украине, ну, имеется в виду на Харьков там или куда-то еще, потому что непонятно, как быстро будет продвигаться эта помощь для них, хотя уже американцы заявили, что часть вооружений, которые получит Украина, уже находится в Европе, в Германии. Завтра голосование в Сенате, и после него фактически сам Байден заявил, что как только окажется у меня закон, я его немедленно подписываю. Ну, то есть это можно день в день сделать, при желании, это понятно, да? Голосование тут же, через пару-тройку часов, где документы доставлены в овальный кабинет, подписано и все заработало. Я думаю, техническая сторона, она не будет затягиваться, действительно реализовано будет достаточно быстро. То есть мы увидим изменения в существующем диспаритете, например, по части дистанционных средств, ну, прежде всего, артиллерии, артиллерийских снарядов и так далее, но и других средств тоже, потому что там ведь вот законопроект мы видим уже атаком сфигурирует, понимаете? Многостранная, о которых говорят, но в данном случае, если это становится уже частью законопроекта, который принимается, становится законом, не исключено, что мы и атакамс увидим. Те ограничения, которые накладывались и на другие виды вооружений, помимо атакамс, не использовать их для обстрела территории Российской Федерации, они так и останутся, вряд ли это изменится, и вряд ли Украина пойдет на какое-то существенное нарушение своих обязательств, но это и не так страшно, потому что и на оккупированных территориях, в Крыму, в Донбассе, на левом берегу Днепра и так далее, есть цели, есть мишени, которые ждут своих атакамсов и так далее. Вот, то есть, таким образом, военные планы претерпят изменения. Военный план Москвы. Что касается Украины, да, президент Зеленский заявил, что есть не только планы оборонительные, но и какие-то планы контрнаступательные, по-видимому. Я не очень в это верю, во второе. Я думаю, что сейчас ситуация такая, что для Украины очень важно создать оборонительный плацдарм, закрепиться и не дать возможность Москве успешно развить хоть какое-то там, я не знаю, наступление, наступательные операции, там неважно, Часовляр или это от Авдеевки, на Харьков, либо другие места, другие населенные пункты. Я думаю, что этих средств, которые будут выделены на этот период, достаточно. Насколько этого будет достаточно? Ну, как минимум до ноября. Пока не пройдут выборы, пока не возникнет определенность, кто займет овальный кабинет, кто станет будущим президентом Соединенных Штатов, действующий или его оппонент Трамп, этого хватит. Хоть это всегда мало, любые суммы на войну мало, но этого, до этого периода такой временной лак будет заполнен, собственно говоря, военными поставками, и они помогут украинской стороне защитить хотя бы те территории, которые она контролирует. То есть вот эти все мрачные прогнозы про то, что вообще до конца года типа не выдержит и так далее, они все-таки сейчас уже как-то постепенно сойдут на нет. Ну, во всяком случае, до следующего кризиса. Будет ли следующий кризис? Ну, конечно, будет. Представляем, что Трамп победит на выборах. Кризис неизбежен. Опять с обсуждением, выделением помощи какой, каких видов вооружений и так далее. Допустим, останется администрация Байдена. Она продолжит подвергаться критике и со стороны республиканцев. И Байден сам, честно говоря, испытывает гигантское, чуть ли не решающее влияние группы Салливана Бернса. Вот, то есть все больше склоняется к переговорам, нежели к военным действиям. Поэтому проблемы будут с неизбежностью. Но все-таки сама игра и сам ее ход будет диктоваться ситуацией на фронте, раз. И, скажем так, консолидированными усилиями европейцев, два. Европейцев вместе с американцами, союзников. Если вот у этой эрозии единой твердой позиции поддержки Украины не будет шансов, то я думаю, что ситуация может исправиться. Она не исправится теперь уже быстро. То есть Украина сразу не перейдет к контрнаступлению, повторив намерения, которые были в летом, осенью 2023 года, но, может быть, и неуспешные в связи с контрнаступлением. Но уж как минимум защитить свои территории сможет. Дальше там посмотрим. Сейчас далеко, на далеком горизонте
прогнозировать очень-очень вещь неблагодарная. Про эрозию скажу. Судя по всему, мы все-таки готовимся к российскому наступлению. По крайней мере, Кирилл Буданов в очередной раз сказал, что с середины мая будет очень сложно. Не Армагеддон, как сказал глава украинского ГУР, но очень сложно. Как раз президент Зеленский, чтобы нам было о чем с вами поговорить, созвонился с Джо Байденом по итогам голосования в Палате представителей буквально в течение этого часа. Значит, сверили, президент заверил, что в случае одобрения Сенатом немедленно подпишет закон, это уже лично Байден говорит. Ну и в частности стало понятно, что плюс-минус мы получим артиллерийские снаряды, противовоздушная оборона, которая должна усилиться, и дальнобойные ракеты, которые вы уже вспомнили. Что важно, там в законе, вот когда вы говорите про эрозию, прописано, как всегда, дьявол кроется в деталях, и сказано что-то по типу того, что американцы будут предоставлять помощь в половину от того, что будут делать другие союзники. То есть Европа и наши партнеры должны давать еще больше, чем американцы, тогда этот пакет будет работать. Mm-hmm. Это одна история. А вторая марка – это, как всегда, как смотреть на голосование или на решение этого вопроса. Через призму наполовину наполненного или наполовину пустого стакана. Потому что многие сказали: о, так война, значит, будет еще год, раз американцы дают вооружение. Раз Китай просил, как раз он говорит, мы стоим на мирных каких-то инициативах, но не давайте Украине оружие и так далее, это означает, что какие бы ни происходили переговоры, дипломатическим путем не пытались договориться с Россией, не выходит, и это ведь тоже получается со знаком плюс. Никто не собирается сдавать просто так позиции. Ну, конечно, никто просто так позиции не будет сдавать, прежде всего, потому что кто знает, возьмет за это ответственность, понимаете? Если у Украину просто вот так сдать, что администрация Байдена, что готова просто так сдать и повторить там, как его уже упрекает Байден, Вьетнам, там, я не знаю, да и Афганистан тоже, несмотря на то, что это, ну, разная вообще ситуация. Украина в качестве потери, в качестве поражения, ну, это медвежья услуга вообще. И в предвыборной кампании, которая идет, и в принципе, на дальнем горизонте, потому что, ну, а кто за это все-таки будет расплачиваться? Политически, прежде всего, я имею в виду, и так далее. Поэтому для мирных переговоров, на самом деле, в чем и парадокс, нет никаких предпосылок. Я вот постоянно ленту читаю главных новостей, постоянно из Москвы идет, мы готовы к решению мирным путем. И сегодня снова. И сегодня снова. И сегодня помельче, крупнее, но это происходит постоянно. То есть Москва пробрасывает раз за разом все вот эти мирные инициативы. Ну, Зеленский сегодня подхватил и сказал: мы вам, хорошо, так хотите, подготовим план, мы вам покажем. Хотя мы же с вами отдаем отчет, что, скорее всего, будет предложено на базе формулы мира договоренность, да, которая предполагает все-таки, ну, пусть не полное, но освобождение оккупированных их территорий. Хотя бы до границы 22 февраля 2024 года. Но Москва же с этим не согласится. Москва же на это не пойдет. Поэтому вопрос-то ведь только исключительно стоит, что мирные переговоры по какому сценарию должны пойти, по какому плану должны пойти. То, что там Лавров говорит про то, что вот многое уже было достигнуто в Стамбуле, это все чушь полная, я уверен. Он выдает проговоры, какие-то требования, взаимные реакции на них, которые, может, в Стамбуле и были, относительно НАТО, вот сейчас говорится, там и так далее, да? А он это все выдает ради того, чтобы тему переговоров не дать упасть с повестки. Ну, потому что если относиться к этому трезво, то можно сказать, ну, не могут начаться переговоры, потому что стороны занимают диаметрально противоположные позиции, и Москва не собирается вообще ни в чем уступать. То есть вообще непонятно, где уровень ее компромисса. Никто же его не понимает. Если бы они действительно сказали, давайте о чем-то договоримся, но мы предполагаем, исходя из того, что какая-то часть Украины будет в полном смысле суверенной, какая-то, мы типа не говорим, Москва какая, да, это 80%, это 70%, это 90%, это 100%. Но мы готовы признать, что Украина станет полностью суверенной и членом НАТО, и членом ЕС, ну и весь вытекающий набор, который, в общем, это предполагает. Резонно? И дальше уже можно торговаться. А сколько это? За минусом Донбасса, за минусом Крыма, не так. Но так же нигде не звучит. Понимаете, звучит по-другому, а то, что мы-то хотели, они-то могли, а вот не сошлось. Это по их вине, не по нашей. Поэтому сейчас геополитический реализм изменился, мы на это уже пойти не можем. А почему вы на это не можете пойти? Если бы в чистом виде формула «мир в обмен на земли» обсуждалась, то компромисс мог быть достигнут, но Москва не исходит из полного мира и готовности поступиться
тем, что какая-то, повторяю, часть Украины, больше, наверное, часть Украины, станет полностью суверенной. Она торпедирует украинский суверенитет, а не просто откусывает территорию. Этого уже мало. Поэтому здесь тема мирных переговоров не взлетит. Пока она не взлетит, пока действительно ситуация на фронте не даст оснований той или другой стороне говорить о том, что она имеет очевидное преимущество и с позиции сил может навязывать свои условия. Как бы это ни было удивительно, наверное, для наших слушателей, но мир так построен, что есть некие джентльменские соглашения или красные линии, хотя мы очень не любим эту фразу, значит, чего нельзя делать. Ну, например, нельзя напрямую убивать лидера какой-то из стран, да, нам очень часто объясняют, что хотя Россия пыталась многократно совершать покушение на Зеленского, но тем не менее, значит, как будто бы нельзя бить по президенту. Ну и, соответственно, нельзя... было до этого забирать замороженные российские активы. Mm-hmm. Вот это там чуть ли не последняя такая черта, mm-hmm. где вот если вы, мы их заберем. Ну и на сегодняшний день в этом же пакете, который называется «По вопросам национальной безопасности США», вложено такое понятие, как конфискация тех самых замороженных активов. Их не так много, там, по-моему, мне кажется, даже прописано около 8 миллиардов. Но тем не менее, да, то есть это денежка, которая принадлежит россиянам в широком смысле. И вот как раз на эту часть очень активно, невероятно активно отреагировали и пропагандисты, и, естественно, представители Кремля, это комментировал и Песков со словами, что, значит, если это действительно так, то Америке придется за это отвечать. Очень хочется узнать, как. Американские активы вы замороженные себе оставите. И да. Здесь вряд ли будут какие-то временные ограничения, и делать мы это будем так, как это будет наилучшим образом соответствовать нашим интересам, так сказал Песков. Но у меня первая мысль, ну что, вы нанесете удар по Америке, ну что вы можете сделать, да, чем вы можете уколоть? Тем не менее, у нас есть, Марк, в Украине скептики, которые говорят, ой, мы про эту конфискацию слышим так давно, так много уже, и там обещали, и здесь обещали. Но мне кажется, что все-таки так далеко еще не заходили. В общем, а что будет, если деньги заберут? Ну, скептиков можно понять. Прошло 20 с лишним года, и всякое действительно мы видывали. А вот, при том, что это вопрос даже не выделения помощи, он гораздо проще на самом деле, с моей точки зрения, юридически, это вопрос политической воли, готовности пойти на любой конфликт, вплоть до. А я думаю, что эти 8 миллиардов будут все-таки конфискованы и переданы Украине, потому что по отношению к 300 миллиардам это меньшая сумма, как выясняется, ну, давно было известно, что на самом деле те 300 миллиардов, которые размещены Россией, да, их не может взять, там в Бельгии находится где-то депозитарные расписки, этот реестр держателей, и невозможно без Европы этот вопрос решить. Европа там пандан этим решением уже заявляет о том, что ага, вам хорошо 8 миллиардов конфисковать, а нам решать по поводу 200 там с чем-то. Да? А, ну, так я слышал, так публично звучала информация. Хотя, опять же, еще раз подчеркиваю, ну, это явно помогает в решении вопроса американских налогоплательщиков, которые могут под давлением вот этих доводов о том, что это мы должны содержать войну, ну, в общем, согласиться с тем, что это существенное облегчение. Агрессор виноват, он напал на страну, его деньги должны идти, грубо говоря, стране жертвы. И, ну, это логично. Это логично. Не надо дождаться, когда война это закончится. Они же сами не хотят войну закончить. Москва же сама ничего не делает для того, чтобы война ускоренно закончилась. Она, наоборот, ее затягивает, ну, как минимум, до конца выборной кампании в Соединенных Штатах Америки. Ну, поэтому, извините, здесь обсуждать чисто политическую сторону не приходится. Хотите, чтобы этого не произошло, чтобы все осталось в правом поле, как вы строго требуете, прекратите войну, и тогда в спокойной обстановке люди будут разбираться, какие деньги кому причитаются. Я думаю, что Москва ничего сделать не может. Они и так, напомню, корпоративных активов нахватали американцы на 105 миллиардов долларов. Об этом чуть мало говорится. Те ушедшие американские компании из России потеряли 105 миллиардов долларов своих активов. Это деньги вложены были в недвижимость, в производственную мощность, там, ну, бог знает куда, за столько времени. Москва, я думаю, что, скорее всего, будет делать что-то зеркально. То есть будет какие-то активы придумывать, что они американские, забирать у себя в России, а что она еще может? Отвечать на это ядерный удар, это смешно. Они этого делать не будут, как и за большие вещи, как мы уже много раз выяснили, об этом говорили, что Москва на эту эскалацию не пойдет. Ответ военными усилиями на усилия чисто финансовые, экономические, ну, дискретные такие, это было бы совсем парадоксально, потому что, ну, припирайтесь по поводу имущества, денег в судах, еще где-то, но отвечайте такими же зеркальными действиями, но кто же это
решиться на использование ядерного оружия ввиду того, что забрали какие-то там активы. Это смешно. В Москве это понимают, на мой личный взгляд, и понимают уровень своих возможностей. Прекрасно понимают. Вот. Ответ будет только исключительно зеркальный, такой же финансовый. Я другого здесь, собственно говоря, не вижу никакой возможности. Ну и моя любимая часть во всем этом пакете – это так называемая стратегия победы. Об этом заговорили, да и даже не так, об этом написали в документе впервые. О чем идет речь? Конгресс выдвинул требования к Министерству обороны и Госдепу США, что они должны разработать стратегию поддержки Украины и нашей борьбы. То есть они не просто говорят, мы дадим вам оружие, мы дадим вам деньги. Нет, они говорят, вот как это все должно в конкретном плане, в конкретной стратегии помочь Украине выиграть. Ну, я надеюсь, что они именно так, да, договаривают всю эту мысль и всю эту фразу. Значит, как только это будет проголосовано, 45 дней для того, чтобы вот начертить, наверное, самый важный план из того, что может быть. Притом американцы как бы это ставят план себе, да, стратегию победы. По идее, можно было бы сказать, ну, это Украина должна разработать или Украина с партнерами. Но вместо этого фактически перекладывается ответственность на администрацию Джо Байдена. Здесь снова-таки можно смотреть как оптимист, можно как пессимист на эту историю. Хотят подставить Байдена, сделать ему подножку, показать, что все это бессмысленно. Или наоборот, хотят понять, а как это и когда можно закончить, чтобы войны не было в Европе, чтобы Россия проиграла. Насколько это правдоподобно выглядит, что можно за 45 дней, Марк, решить вопрос, который не решается, ну, по-хорошему, 10 лет, да? Суть ведь не только в последних двух, а в том, как все начиналось с 2014 года. Вы понимаете, если ставить именно так вопрос, и причем это требовать чуть ли не законодательного закрепления ответа, да? Ведь вот мы много раз обсуждали, ну, с Москвой все ясно, она цели меняет в зависимости от конъюнктуры момента, других вопросов. А вот на Западе, смотрите, мы начинали с того, что сначала спасти Украину, да? Ну, когда начинались в феврале события 22 года, там вообще непонятно, будет сохранить суверенитет, захватить Киев, не захватить. Одно. Дальше Запад говорил о том, что когда приободрились, когда, в общем, отказались от переговоров в Стамбуле, заявления звучали так, что помогать Украине до конца. Понимаете? Параллельно всем заявляли, что будем помогать Украине в реализации целей в ходе победы. Победу обозначал сам Киев, выход к границе 91 года. То есть это означает и Крым, и Донбасс, и так далее. Потом ведь менялось это, понимаете? Потом это менялось. Потом говорили, не дать Москве поиграть. Но это же другое, чем дать Украине победить. Потому что, ну как, чтобы не дать Москве проиграть, это значит, какого-то видов оружия или их объема не надо давать Украине, чтобы она могла довести все до победы. Ну, там, не знаю, даже ядерное оружие не надо давать. Ну, я огрубляю, но чтобы людям было понятнее, да, крайности. Вот, я беру крайние такого рода примеры. Говорилось о том, что ну, там, компромисс переговора лучше все-таки войны, потому что люди гибнут. Да, такое мы слышали с Запада, слышали. Что если есть возможность договориться миром, то лучше, чем продолжение войны с усугублением ситуации, количество жертв там, и так далее, и так далее. Так вот сейчас стратегия победы, если под ней подразумевается окончательное определение тезиса о том, как выглядит эта победа, то есть, получается, это необходимо закрепить. Вы что предполагаете под победой? Это выход к ситуации февраля 2022 года. Ну, тогда Донбасс и Крым, частично Донбасс, остаются в руках Москвы. Это выход к границам 91 года. Ну, понятно, это задача, сверхзадача. Это возможность зафиксировать положение статус-кво, например, и дать возможность Украине, оставшейся ее части, там, 80%, окончательно получить свой суверенитет. То есть, что он предполагает, этот суверенитет? Ну, то есть, полную свободу действий. То есть, вступай хочешь в НАТО, награждайся за это зонтиком натовским, вступай в ЕС, интегрируйся в Запад. И, в общем, не обращай внимания на все выкрики из Москвы там, с возгласами о том, что это нарушает международную безопасность и так далее, и так далее. Баланс сил, там НАТО продвигается в Европу и так далее. Вы определитесь, что вы... Украина так и так все равно останется на позиции границы 91 года. Хотя чисто теоретически, представим, что у Украины было бы ядерное оружие, сказали, а почему это Украина 91 года? А давайте посмотрим, что там с границами 91, раз Москва решила пересмотреть эти границы. А все ли территории заслуживает Москва оставить себе,
а не в качестве ли наказания она должна потерять какие-то из российских территорий. Могло такое постановка быть, но Украина же так не ставит этот вопрос. Но я к тому это расскажу, что диапазон может расширяться максимально широко, понимаете? А мы считаем, что в Белорусской области украинцы живут, значит, они должны вернуться в свой дом, родные, как говорится, пенаты. Может такое быть? Ну да. Но Украина не ставит так вопрос. А могла бы и ставить. А почему бы и нет? Понимаете? А почему бы и нет? Поэтому с этой точки зрения это больше вопрос к союзникам, а не к самой Украине. Украина, там других нет вариантов. 91 год, границы, все. Это понятная позиция. Эти границы сама Россия признала, подписав Беловежские соглашения, потом обменявшись верительными градами, послами, живя, подписывая договоры там в течение 3 десятилетия, ну, меньше, с учетом 2014 года, признавая эти границы, признавая суверенитет, территориальную целостность, эти международно-признанные границы. А что Украине-то менять позицию? Что ей-то? Хотя, опять же, повторяю, она может и в ту, и в другую сторону. Так вот, Западу надо для себя решить. Мы вас поддержим, условно, пока вы не дойдете до границы 1991 года. Или мы вас поддержим всем, чем необходимым объемом можно поддерживать, до момента там выхода границы февраля 2024. Так и Украине проще будет тогда исходить из этого. И Украина поймет, что это обязательное требование, которое не может быть пересмотрено. А так получается, утром они так, вечером эдак. Вот мы много раз обсуждаем, что почему Запад-то виноват? Да потому что это они взяли на себя эти обязательства. Вот эти чехардой цели менялись. Помимо того, как их меняет Москва. Ну, с Москвой там все ясно, там нечего обсуждать. Чем мы Москву будем обсуждать? Они то говорят, что Украина на них напала, то они, значит, русскоязычное население защищают, то, значит, они сдерживают НАТО и так далее. Про Москву говорить нечего. Москва все с ними ясно. А Запад-то что? Они сами 6 месяцев принимают законопроекты, которые должны принимать в один день, поскольку это же вы взяли на себя эти обязательства. Это вы пообещали поддерживать и делать все, что необходимо в рамках тех договоренностей, которые были. Неважно, Рамштайн-формат или там НАТО, или сам Вашингтон, который действует зачастую самостоятельно. Вот об этом речь. И если вы это не продекларируете, если вы доктринально это не закрепите в своих основополагающих документах, то каждый раз это будет давать американской стране, во всяком случае, хотя и европейская часть тоже, возможность в этом вопросе маневрировать, не в пользу Украины. Говорить, а мы вам этого не обещали, что вы вот до границы 91 года. Ну хорошо, так если вы сейчас зафиксируете, что мы этого не обещали, хотя бы Украина будет понимать. Вот эти союзники нас в этом не поймут. А другие, наоборот, скажут, нет. Страны Балтии, например, выход границы 91 года. Будет разница позиции, но тогда и понятно будет, кто какой позиции будет следовать до конца. Логично, более чем логично. Вот я так себе вижу эту ситуацию. Ну, тем более, насколько мы понимаем, война – это математика, многое можно просчитать, во многом искусственный интеллект помогает в том числе, и было бы достаточно непросто, вот когда вы говорите там, помогать, пока не выйдут на границы 91-го года. Я сразу говорю, что я в этом не разбираюсь, но я предполагаю, что можно было бы рассчитать, а что для этого нужно, сколько сил, и когда ты выходишь на окончательную математику, не половинить это, да, чтобы, не дай бог, они не дошли, потому что приблизительно так было с украинским наступлением. Просили, был очень конкретный список, авиации, которой не хватает, и мы ее по сей день ждем. И вместо этого дали ровно столько, сколько дали. Но это другая история. Вы помните, что мы как-то с вами на неделе обсуждали инициативу от французов. Во-первых, значит, Лавров посетовал на то, что не позвали на самом деле никого на историческое событие, высадку союзников в Нормандии на годовщину. Да, это первая история. Вторая – это предложение от Франции потенциально объявить такое себе олимпийское перемирие, не стрелять. Зеленский сегодня сказал, он говорит, мы против предложения Макрона, он считает, что это перемирие Путин будет использовать исключительно для перегруппировки сил. То есть, по сути, любая неделя, две, там, наверное, две с половиной, которые бы предложила Франция, это действительно возможность просто перевести дыхание для того, чтобы ударить с новой силой. Но здесь, наверное, Марк, самое важное – это разобраться, а не обижаем ли мы наших партнеров. Вы знаете, что у нас время от времени возникали проблемы. Да? Кому-то мы не, кого-то не поблагодарили, как говорил бывший министр обороны Британии. С кем-то были напряженные отношения, значит, там, с поляками. Ну и, конечно, если Франция предлагает, мы, как воюющая страна, не видим в этом смысла. Но как они воспримут, когда мы говорим «нет, этот формат не взлетает»? А, вот смотрите, вот с высадкой Нормандии тут я был очень опасен, потому что, ну, не на уровне Путина, не на уровне каких-то значимых лиц, но такое приглашение могло последовать.
Потому что это типа наследство еще, так сказать, прежних десятилетий, то есть ритуальное событие, оно вполне может и не реализовывать, там, условно говоря, настоящие проблемы, там, отталкиваться от них, зависеть от них. Я имею в виду проблемы нынешней войны. С Олимпиадой тут по-другому немного. Я вот объясню. Дело в том, что Олимпиада, вот это олимпийское перемирие, дать возможность российским спортсменам выступить, вот, призвать к тому, чтобы в этот момент не шли боевые действия. Но тоже странная вещь. Вот это же ведь должно быть обращено только к Москве. Это не может быть обращено к Украине. Я объясню почему. Потому что, ну, боевые действия идут на территорию Украины. Я допускаю, что к Украине можно адресовать, пожалуйста, там не обстреливать территорию России в этот период, в эти олимпийские две недели. Допустим, это можно сказать. А Россия-то что должна сделать? Она не только не должна обстреливать территорию Украины, потому что они что скажут? Мы стрелять на границе не будем, ну, я имею в виду границы военные, линии фронта. А вот ракетами заваливать Украину продолжим, там, убивая мирных жителей, там, подъездами выметая и так далее. Ну, вы понимаете, если это перемирие, то у Украины должна остаться возможность защищать свою землю, не нападая, там, не обстреливая территорию России. А у России какие права в этом смысле? Да никаких. Это же они напали. Это же на территории Украины идет война. И здесь вот какая-то нечестная игра, понимаете? Еще и потому, что, ну, Россия же никак не отреагировала. Они же не сказали, что да, мы готовы прекратить военные действия, прекратить обстрелять Украину. Разве это прозвучало? Разве кто-нибудь от российской стороны слышал? Да, неприемлемо для Украины, как я уже объяснил. Мне кажется, Песков сказал наоборот, если я не ошибаюсь. Он сказал, что вряд ли мы примем такое предложение. Это и так было понятно. Это, они могли даже сказать, Алена, вот они могли сказать, да, наверное, может, мы сейчас обсудим, может, так и будет. Кто-нибудь, какой-нибудь дурак поверит, что ж они это сделают? Вот какой идиот в это поверит? Я помню, сколько раз заключались перемирия, и сколько раз они не соблюдались, там, в кавычках, в период зоны линии ООС, где там принимались решения в рамках Минских соглашений и так далее. Никто же не поверит, понимаете? Наоборот, даже интенсифицируют эти обстрелы под предлогом, а это украинская страна, а ты иди проверь. Там что, стоят какие-то миротворческие силы, которые могут фиксировать это все? Там войска ООН, там кто там есть, чтобы сказать, да, перемирие нарушено со стороны Украины или со стороны Москвы? Нет таких там сил. А утверждать может любая страна все что угодно. Но одна проблема, что у Украины это право все равно изначально есть. Потому что, повторяю, на территории Украины происходит. Если бы это в Ростовской области войска стояли, это другой разговор. Ну так можно было требовать от Украины прекратить обстреливать. Но ведь это же на ее территории. Там вот на юге и востоке находятся войска. Понимаете? То есть каждый обстрел – это гибель мирных жителей, солдат, военных там и так далее. Поэтому я по исполнению не вижу никакой перспективы. Это все выглядит как не призыв политический в никуда. Такой гуманитарный призыв, обращенный в никуда. Это сначала Москва должна сделать, она должна это взять на себя обязательство, его реализовать, и потом уже по реакции там, Украины можно судить. Ну вот, смотрите, там отзеркалили или нет. Он бессмысленный призыв, потому что не работает он, вообще не работает, понимаете? Хотели бы справиться с войной, так приходили бы ее еще до Олимпиады, понимаете? А прожили уже 2 с лишним года между одной Олимпиадой и другой. Сразу после Пекинской Олимпиады зимней начали войну и вот дожили до летней Олимпиады спустя 2 с лишним года, которая, значит, вот буквально скоро должна там летом начаться. Поэтому, с моей точки зрения, Украина ничего не теряет от того, что не принимает этого всего. И не выглядит так, что она торпедирует любые призывы союзников к там, какому-то направленности более гуманитарной, миротворческой, нежели военной. Мне так не кажется. Требовать надо от Москвы. Вот если Москва соглашается, тогда можно обсуждать. Но если нету со стороны, как вы говорите, Песков уже отрицательно среагировал, обсуждать здесь, в общем-то, и нечего. Вся ответственность на Москве. А что она на Украине? В чем ее ответственность Украине? Ну как, мы стреляем. Ну да, мы защищаем свою территорию, потому что если мы не будем стрелять, умрут еще солдаты, умрут граждане, гражданские лица и так далее. Ну и почему мы не будем отвечать? Так что вот эта безадресность как бы ко всем, она уравнивает всех. Получается, что и Украина чуть-чуть вот нехорошая, и Москва. Вот она не стреляет, друг друга убивает. Ну, серьезно, что ли? Как будто бы они вошли на территорию третьего государства и там убивают людей. Но это же не так. Но это не так.
А все это исходит из того, что, ну да, политики на Западе, они хотят какие-то очки заработать, это понятно. Вот смотрите, мы даже на период Олимпиады, принципы, которые еще провозглашал Пьер Кубертен, основатель олимпийского движения, мы вот их воплощаем в жизни, так далее, тому подобное, так далее, тому подобное. А с другой стороны, в угоду Москве, потому что уравнивает жертву и агрессора. Москве это выгодно, это риторика, понимаете? Они же будут говорить, что мы-то, может быть, мы не хотим, но мы бы могли бы, если бы Украина. А что Украина-то? Чего вы стрелки переводите? Так что я в эти мирные инициативы не верю и не вижу здесь предмета для какой-то там конфликта с союзником. Не вижу. Да, это, знаете, это особо цинично в том смысле, что мы же как бы говорим, что россияне готовятся к своему большому наступлению, которое, значит, вот будет у него приблизительная точка входа, ну и там до лета, до старта Олимпиады, может, дойдут, может, не дойдут. То есть, правда, в том, когда вы говорите, что, может быть, и россияне пересмотрят свои военные планы из-за поддержки американцев. Но будет наступление. Есть, в принципе, война, и говорить о том, что, а давайте, значит, 5 минут не будем убивать, а через 5 минут мы вернемся снова к массовым убийствам, это выглядит крайне странно, поэтому очень очевидна позиция и ответ президента Украины. Сделаем такой небольшой пит-стоп. Я, друзья, напомню вам, что сейчас самое время, если вы еще этого не сделали, нас поддержать, оставить свой лайк и обязательно подписаться на YouTube-канал Фейгин Лайф и YouTube-канал Курбанова Лайф. Написали сегодня, Марк, и про военного преступника Путина. В общем, там журналисты подсчитывают, журналисты агентства, как давно, в общем-то, Путин никуда не выходит, что он снова пошел на свою любимую самоизоляцию, он избегает все массовые мероприятия, ну и вот после выборов количество поездок сократилось в 10 раз. Ясно, что там была типа предвыборная, значит, у него кампания по поездкам, ну и сейчас уже никуда не надо ехать. Мне кажется, Белковский сказал, и мне очень понравилось, что из-за наводнения в Орске и не только в Оренбургской области стало очевидно, что у Путина нет двойников, потому что он никого не отправил туда. У людей трагедия, слишком много, да, населенных пунктов, которые затопило, а Путин делает вид, что происходит все что угодно, он спасает украинцев, на своих времени нет. И, значит, вот, мол, раз никто не поехал, значит, нет двойников, нет того, кого не жалко. Тем не менее, понимаете ли вы, почему он снова вернулся в это состояние бункера, в берлогу и так далее? Это действительно была просто вынужденная активность, а сейчас он снова оказался в природном и комфортном для себя и условиях, и обстановке. Ну, я думаю, да. Ну, я думаю, конечно. Насчет двойников интересный довод относительно того, что действительно ситуация острая, можно было бы кого-то действительно послать, поплавать там где-нибудь в районе Орска. А, хотя я уже и раньше говорил, я в двойников как таковых не верю, я считаю, есть оперативные двойники, они не выступают публично. А, почему? Потому что, накосячит или еще что-нибудь кто-то увидит. Зачем? А оперативные двойники, наверное, где-то появиться, где-то мелькнуть могут. Могут, наверное, быть, я думаю, чтобы изобразить где-то не в безопасном месте, относительно безопасном. Там в Мариуполе вот много обсуждали. Тогда, может быть, может быть. Хотя тоже с большим скепсисом. Я считаю, что Путин при всей своей маниакальной боязни, в общем, в целом появляться где-то, но может себе позволять какие-то шаги, там это все тотально обеспечивает свою безопасность, поэтому может, несмотря на страх. Что касается актуальности, а что сейчас ездит? Все. Он и тогда-то, это был полупритворный период предвыборной кампании, он что, думал, что он проиграет предвыборную кампанию? Что? Ну, ритуал такой, ну, надо появляться, ну, выборы, ну, надо как-то изобразить встречу с народом, соприкосновение с подданными. Ну, изображал. Так просто положено. А мог и не изображать, мог и не выходить, как Сталин попыхивает трубкой, и что там происходит за воротами, неважно, кунцевской дачи. Я думаю, что да. Во-вторых, ну, как бы последний акт этого всего, это 7 мая будет инаугурация его. Он там какую-то присягу, типа, даст. Опубликует указ об отставке одного правительства, предложит кандидатуру нового премьера. Но это же тоже все. Понимаете, это типы диктатур, в которых, в общем, соприкосновение с твоими избирателями, с твоими там подданными, с твоими гражданами не имеет никакой вообще необходимости. Сталин вообще ни с кем не встречался. Вот Сталин же, он же вообще с людьми не встречался. Вот почему об этом не говорят? Десятилетиями он не встречался. После войны он вообще никуда не выходил. Во время войны, знаете, фильмы были, где он там, Сталин, там на фронт, знаете, приезжает там в шинели. Он никогда там не был на фронте. Ни разу. Единственная поездка была в Тегеран.
ну, как бы опасная поездка, период там переговоров, Тегеран 43, это известная история. Ну, Ялта уже позже была, там, Потсдам, это можно не считать. А так на фронте он же никогда не был. Гитлер, кстати, бывал, много бывал. Много бывал на фронте, ничего не могу сказать. Там, ну, понятно, и биографии разные у них. Сталин никогда не ездил. Путин стилизуется под Сталина. Для него кумир-то это, прежде всего, Сталин. Повторение именно его образа поведения. Ну, а потом, слушайте, находясь в власти 25 лет, вот эти 7 мая, инаугурация, она знаменует, вот это 25-летнее правление, куда ходить, что говорить. Все уже давным-давно сказано, еще в первый год. Что вы бараны, и я ваш поводырь. Все. Поэтому, да и народ же никак не реагирует. Если бы народ требовал царя, царя там. Ну, вот они там в Орске что-то перевизгивают. Ну и что? Что изменилось-то? Они апеллируют к царю. А царь-то и не должен появляться. Он должен все время молча тыкать на бояр. Да-да, давайте. Дерите их, дерите. За причинные места. Дерите. Я? И вот показывает он по телевизору кого-то. Нехорошо вы с людьми там, знаете. Что нехорошо? Да какие решения? Что нам твои слова? Ты какие решения принимаешь? Нехорошо, говорит. Все. Проблема решена. Ну, а потом давайте так говорить. Век 21, век цифровой. Эту коммуникацию можно сделать не тактильной, а виртуальной. Понимаете? Ну, по большому счету, можно показать, что он куда-то съездил. И что, это он действительно съездил, что куда-то? Может он это показать? Да запросто. Что он там с народом опять ФСОшника выстрелит, он с ним встречается, будет беседовать в Изорском. Тонули, там собачку достали. Ну, и что? И что? И что? То есть нужно привыкнуть к тому, что эта дистанция, она никогда не будет сокращаться, она всегда будет только увеличиваться. Плюс, я такую вещь скажу, слишком часто себя показывать ему уже тоже не стоит, но ведь все-таки 8-й десяток. В жизни, как многие говорят, он уже совсем как-то скукожился. Он не такой, его сильно пудрят, сильно такой толстый слой кладут перед всяким даже телевизионным выступлением. А что говорить, если он вживую подойдет? Такой... Понимаете? Поэтому я все-таки думаю, что это расчет сознательный. И никто пусть не думает, что Путин вообще стремится к какой-то коммуникации с людьми, что-то им объяснять, как-то с ними взаимодействовать. Нет такой потребности. Ее и не будет. Так работает русская власть, так ее традиционно, исторически у нее правила ее взаимодействия с народом. И ничего не меняется. Знаете, как интересно, в Украине абсолютно за все, что бы ни происходило, ответственный Зеленский. Вот ну, если надо кому-то обвинить в любой беде, больше всего меня, конечно, раздражает, когда есть те, кто обвиняет в войне Зеленского и то, что сейчас происходит. Это неправда. Война началась из-за Путина, из-за российской армии, и российского общества. Да, все, тут как бы точка. Но в России Путин не виноват ни в чем. Он ни за что не несет ответственность. Свежие видео, они все очень похожи, когда, значит, там стоит самка, вот сейчас она разговаривает с этим мэром Орска, у которого квартира в Дубае. Ага. Она говорит, значит, ты в белой рубашке, за это ли, значит, умирал мой муж на СВО? Да, у нее нет даже в мыслях спросить об этом у Путина. Для нее скорее вот этот мэр виноват, чем Путин. Это удивительная история. Но меня больше всего, Марк, интересует, значит, мы говорим о том, что множество регионов, населенных пунктов, областей, ну вот в буквальном смысле они действительно остались головой. Потонули дома, какая-то недвижимость, машины, деньги, сбережения, все на свете. То есть бедных стало еще больше. У кого-то уже мужья воюют, уже погибли, у кого-то потенциально, наверное, для того, чтобы выровнять ситуацию и заработать, могут пойти на СВО, да, и стать участниками этого преступления, отправиться на украинские фронта. Можно ли предположить, что, как всегда, даже эту большую воду и это событие, этот черный лебедь, который пролетел над Россией, что власть сможет его использовать себе в любом случае в пользу? Вы сами сказали, к ним никаких претензий нет, люди их на вилы не будут поднимать. Власть вообще все, что происходит, пытается или использует свою пользу. Пытается, или у нее это получается, иногда получается хуже. Все. И войну в том числе. Хотя, казалось бы, это абсолютное зло, поскольку гибнут люди массово, ну, компенсируют они это рублишками и так далее. Но это все равно все одна большая беда и горе. Власть всегда так делает. Российская власть делает всегда. Вот вы говорили о Зеленском, которого обвиняют. Но Зеленский с фронтов не вылезает. Зеленский, так сказать, со своим народом общается. Понятно, что это тип системы, еще ко всему прочему. Зеленский никакой не диктатор.
У него есть критики, у него есть оппоненты, но это естественно, а как еще по-другому? Даже в условиях войны. Мы знаем всех этих оппонентов, и критиков, его беспощадно костерят. Конечно, в условиях войны есть ограничения, мы это понимаем. Есть и военная цензура, конечно, мы тоже понимаем. Все это есть, но это не отменяет сути системы. Это в главном не меняется, понимаете? Вот сейчас они будут говорить о том, что у Зеленского полномочия исчерпались, поскольку он не проводит выборов. Кто он такой? Типа самозванец. Но это же ведь тоже правовой вопрос. Конституция трактует однозначно, как происходят выборы в условиях войны. Мы это много раз обсуждали. И это не делает Зеленского диктатором. Да, какие-то он допускает и ошибки, и его власть допускает ошибки, и есть за что их и критиковать. Ну, понятное дело, а любая власть бы в таком положении находилась. Любая, я подчеркиваю. И любая бы это делала. Ну, что же теперь делать? Только надо понять разницу, в чем суть, главная разница между Россией и Украиной. Очень простая. В Украине власть сменяемая. В Украине существует худо-бедно политическая демократия. В Украине существуют конкурентные выборы. Так или иначе, даже сейчас они не могут быть проведены из-за войны. Не по воле Зеленского начавшейся вот ни разу. Хорошо он в ней действовал, как руководитель, плохо внутри этой войны. Но это после войны выяснится. Это потом будут разбираться, создаваться парламентские комиссии. Там, бог знает что. А сейчас разница, повторяю, этих систем в этом. В том, что подневольный народ можно отправить на СВО, топить. И все же прав у него никаких вообще. Он не будет выбирать эту власть. Вот этот Морозов, он почему вышел? Для картинки. Ну что, у тебя реально людям помогать? Да плевать он хотел, если у него квартира в Дубае. Таких надо ставить прямо к стенке и расстреливать. Мы же понимаем, что он коррупционер. Понимаете? Коррупционер ставить к стенке и расстреливать за эту квартиру в Дубае. Сложно проверить, как он эту квартиру достал, как он это взял, где он бабки на нее взял. Мы же дети, что ли? Ну что мы как ребятишки прям. Ой, он, знаете, за зарплату наработал на эту квартиру в Дубае. Да что, она у него одна, что ли? У него 100 этих квартир. Орск. Орск, это вообще город, ногой на ступи не заметишь, понимаете? А что творится выше? Но его выпустили как берлагу, понимаете, в известном произведении. Выпускайте мэра Орска на камеру, пусть его чехвостит фото в гриву, чтобы показать. Вот же. Люди-то говорят, и люди-то какие. Вдовы. Это к вопросу, кстати, перпендикуляр о том, как матери и вдовы, значит, или там жены этих мобилизованных, которые просят их ротировать. Вот эти настроения, они реальны. Я вдова, ветерана, солдатка. Дай мне там, что ей дай? Что? Действительно не понимают взаимосвязь с войной и затоплением. Они не понимают этой взаимосвязи. Вообще не понимают. Что деньги ушли вот туда, а не на дамбы на ваши, которые прогрызли. Кто там, кроты, ежи, муравьи, я не знаю, кто у них прогрызли. Мыши прогрызли. И у мэра у этого, значит, квартира в Дубае, она что, мыши привезли по сусекам, понимаете? Вот он купил эту квартиру в Дубае. То есть он не заработал. Я хочу сказать, что там мы, конечно, с вами на таких мелких историях никогда не останавливаемся, да, мы говорим о более глобальном, но там ведь несется просто сущий ад. Я всегда говорю, что мы так много видели, всего слышали, я все еще удивляюсь, я правда удивляюсь, да, когда россияне, значит, там себе насыпные дамбы строят, приезжают местные чиновники, дают им прочухан и говорят, убираем незаконно, или там еще что-то происходит. И у них эта несправедливость, она постоянна. Да. И все устраивает. Но тотальность, она во всем проявляется, бесправие, беззаконие, но тоже тотально. Людям кажется, что тотальность – это вот про наверху где-то, о политике и так далее. Так права человека к этой части же относятся, права социальные к этому относятся, гуманитарные права, человеческие, humanity права, да? Они бесправны, эти люди. Значит, вас это все устраивает, раз вы не меняете положение вещей? Я сейчас слышу среди оппозиции дискуссии российской. В эмиграции сейчас, конечно, никакой оппозиции. Внутри России нет, все сидят, либо убиты. А вот, и начинается. Мы должны пожалеть русский народ. Как вы его хотите пожалеть? Нам тоже жалко русский народ. Но вы как его хотите пожалеть? А вот давайте с него всю бремя ответственности снимем. Всю. Все бремя. Не частично, не пол шишечки. Давайте все бремя снимем. Во всем виноват Путин, его окружение. Ну, вот власть как таковая. А народ не виноват. Он не может свергнуть, а ему не дали. Он не может. Как же? Это же больно сделать. Это же убьют кого? А сейчас что, не убивают? Ну, то есть, есть ли ответственность у народа перед самим собой? Я сейчас даже не говорю перед Украиной. Мы этот вопрос обсосали с разных точек зрения, обсудили уже миллиард раз.
Имеет ли ответственность, несет ли ответственность русский народ? Он вины, может, не несет, потому что это индивидуальная вещь, а ответственность несет. Вот он не виноватый даже человек, он против войны был, а все равно ответственность несет. И материальную, и моральную, и политическую. Но ничего ты с этим не поделаешь, потому что неотделимо русский народ от власти в России. Ну, как их отделишь, как отслоишь? Вот как вы это сделаете? Каким пинцетом вы это все отслоите? А перед самим собой, вот когда ты эти права, в общем, не защищаешь, а вот на уровне картинки вам выдают, и это дают выпустить пар. Это что? Во-первых, это не меняет ничего. То есть люди не улучшают ни своей жизни, не добиваются ничего. Мы много раз видели, кто куда бы по поводу чего бы не выходил, все происходит как власти выгодно и делается в ее угоду. И ничего не меняется. Неважно, касается ли это ротации мобилизованных, касается это там, помните, в Башкирии протестов, да чего угодно. Чего угодно, ничего не меняется. Почему? Потому что люди не осознают своих прав. Прежде всего, политических, кстати сказать. От них все пляшет. Все остальное пляшет от них. Если у тебя нет права выбирать власть, самоформировать ее, но только все остальное производное от этого. И это не меняется. Кто-то говорит, это традиционная такая вот особенность русского народа. До известной степени, да. Но кто сказал, что сверхусилие не позволит изменить это положение вещей? Кто сказал, что народы, нации не способны прыгнуть выше головы? Но мы же видели такое. Ведь прыгают нации выше головы. Мне скажут, покажи пример. Пожалуйста, азиатских примеров налево-направо. Монголия вообще проамериканская страна. Южная Корея. Да, уж какой там режим, он через дорожку на Северной Корее, посмотрите. И другие такие же примеры. Да и там, так сказать, помельче примеры там, того же Тайваня. Где Чан Кайши, это вообще-то была диктатура, так, на секундочку, генерал Чан Кайши, когда они перебрались с континентального Китая туда. И все же построили демократию, да, не без западного влияния, да, не без участия Америки, конечно, но процветают же, смогли же. И осознали свои права, ты поди у него эти права там отбери. Казалось бы, азиат, казалось бы, традиционная культура, предполагающая иерархию, поклонение высшим лицам из руководства, да, культ даже их. Культ же, он же тоже основан на почти религиозном или квазирелигиозном начале. В Китае или в любых других, ну, синской цивилизации более широко. Но, значит, есть там, где это можно изменить, несмотря на сохранение отдельных традиционных элементов внутри политической системы. В Японии, в других местах. Так что еще раз хочу сказать, если очень хочется из говна выбраться, ты из него выберешься. Значит, либо не достигли того пика, или не достигли того дна, как кому будет удобнее, либо изначально не способны, понимаете? Так что пусть каждый решает сам для себя. И жители Орска, матери или там жены мобилизованных, или экологические активисты в Башкирии, или националисты, сепаратисты в Башкирии и так далее, пока не осознают массово свое угнетенное положение и готовность за это жертвовать, ничего не изменится. Насколько я понимаю, следующие на очереди – это регионы, где начнутся пожары. По крайней мере, об этом говорят экологи. Это то, что мы будем обсуждать в будущем. Но получается, да, что в Белгородской области вне политики, в Орске вне политики, по всей России вне политики, и вы, получается, что жрете вот эти последствия. Все ради того, чтобы один очень немолодой человек продолжал жить в своем бункере, вы остаетесь без ничего. И это удивительно. Значит, и мужа потеряла, и дом, и Путин ни при чем. Ну окей, мы будем в любом случае продолжать свою работу до тех пор, пока в какой-то момент не проснутся россияне и не скажут, нет, это все Путин, нет, это все наш выбор, мы за него несем ответственность, и нужно с этим что-то делать.